Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале ПАР. Новый год уже на носу, и все мы в предвкушении этого замечательного праздника. Наряжаем елку, украшаем свои комнаты, а аквариумистика в большинстве своем остается нетронутой. Максимум, на что готовы аквариумисты, это сделать небольшую елочку для своего аквариума. Я решил поэкспериментировать и слепить снеговика из двух шарообразных аквариумов. Что из этого получилось, смотрите сами, а я не буду вас отвлекать своими разговорами. Thank you.
Ну что, дорогие мои друзья, на этом видео подошло к концу. Если вам понравился снеговик, обязательно ставьте пальчик вверх. А у меня на этом все. До новых встреч в новых видео на канале ПАР. Пока!